персонажа. Короче, у Азусены есть несколько видов парирования, но самый у нее, короче, можно сказать, ну, которым, скорее всего, будут чаще пользоваться, это есть у нее, типа, там такой стойка, она, типа, немножко вперед наклоняется, типа, там, ну, знаешь, как дразнит тебя. И выходит, оно работает почти как у Аски, то есть против любых ударов, кроме средних. То есть у Аски оно работает на верхние и средние, а можно бить по низу. А у нее наоборот, она будет реагировать на нижние и на верхние. Вот. Насчет средних я так и не понял, ну, то есть, ну, по крайней мере, с того, что я видел, она автоматически реагировала на любые нижние и верхние удары. Так, что-то меня в пустую комнату закинуло. Мало народу. Гостиная. Выбрать гостиную. Слушай, Никто? а классический ж можно в игру будет зайти? В смысле? Ну, то есть, просто без этой комнаты сразу же в бой Ну, какой-нибудь. есть, ну, там будут режимы, я то должно. Ну, в главном меню есть, например, ранговые и быстрые бои. То я думаю, что и будет это. Но это уже будет вместо своей игры, то точно. Блин. То есть Вот там в седьмом Текене просто создавались эти румы, а здесь уже будут, я так понял, типа вот эта штука. Зашел он, да, смотри, ворвался на хату. Говорит, надо в хату, говорит. Да всем покер. Никто внимания не обратил. Но. Не так, Ой, ну Миша, чё? быстро зажило. Какого персонажа выбирать? Так, Евгений, ваш выбор. Мой Азусену. слишком известен. Азусену. Ну, просто хотя бы взглянуть вообще, как что там играется. О, красный купальник, давай. Ну, будем мешать за Азусену, окей. Какая-то джази. Да, сейчас здесь все, здесь. Сангита ведет стрим, напишет. Секунду, сейчас дай скажу. Сангита ведет стрим по восьмому этот таки, ну и пишет типа джази 2.0. И играет этой же сеной. Ну так оно так и есть. Вот здесь джази, короче, кто там еще? Лаки Хлоя, еще там фигня какая-то. У нее, короче, эти еще добавляются, как его. Ой, блин. Вот этот, короче, удар сейчас увидите, где она сальтуху делает через себя. Он вообще, короче, имбовый. Вчера я что нижними бил, что верхними бил. Она просто перепрыгивает, несмотря на то, что анимация проходит конкретно по персонажу, и все равно тебя ударяет, блин. Я не знаю, хрень какая-то такая. Кстати, Никто не а хочет есть самый маска, дра. получается. Мачу Пикчу, и там как раз тарелка на заднем фоне. Это то, что они Блин, я вот так надеялся, что этой херни не будет, которая вот как это в каждом Текине, что как в Street Fighter сделали, что не просто плашка ру, а чтобы хоть как-то вот было отображать, там где-то Украина там, допустим, там еще что-то другое. А то, блин, плашка ру и тебя не Ну да. Думаю, все-таки сделаю, чтобы тут более
нормально. Армор оставили, я смотрю, да? Армары у всех есть. Ну, мы же в прошлый раз смотрели, что две руки у Нинки есть. Ну, вот такой. Слушай, вот эта пробежка, ты ее, она... Автоматом. Вот эта пробежка, она автоматом, да? Да. Ну вот, я делаю удар. Ой, подожди. И все, и персонаж автоматом бежит. Ну, проще стало, как эти комбо продолжать. Ну, это не то, что комбо продолжать, просто когда используется хит-система, то, короче, там специально делается пробежка, чтобы ты мог после этого, типа, там, продолжить прессинг. Вот. Первый раз оно автоматом делается, второй раз ты уже по желанию. То есть, когда активировался хит, ты можешь либо использовать, либо нет. Но если ты используешь, у тебя сразу весь хит сгорает. Они интересно ее сделали. Видите, когда она ничего не делает, она начинает это там всякие эти прибабасы. Вот. Кстати, я сейчас снова сделаю этот. Я снова сейчас сделаю удар с переходом в хит. Обратите внимание на это, на лайфбар после этого. Что такое лайфбар? Ну, полоска жизни. А, все, понял, понял. Теперь требую разъяснительную бригаду. Он зеленым засветился. Вот много или что? Не, он зеленым засветился. Видел в этот момент? Давай еще раз. Не обратил внимания. Вот после удара, пока делалась пробежка, он должен засветиться зеленым. Да. А, все увидел, да. Да, это, короче, так вот что, это просто... жизнь восстанавливает? Да, это, короче, восстанавливает жизни, но только те, которые отнялись, ну, типа, в блоке. Понял? То есть... Блин, что-то не помню. Ну, что-то мне кажется, что какая-то... Что-то какая-то хренотушка будет. Не, оно, честно, оно не мешает. Оно не мешает, оно, наоборот, немножко, ну... Даже лучше сделала, потому что чуть бои стали продолжительнее, скажем так. Хотя, если ну, грамотный какой-то этот попадается, игрок, который ну, офигенно прессит, то там, я говорю, там вообще без вариантов. Ну, типа оно сильно не спасает, если тебя тупо мутузят постоянно. Ну да. Так, попробую в ранговый, может просто в быстрых не было. А тебе обязательно игрока выбирать, кто против тебя будет или нет? Нет. То есть против тебя будет играть только Казуи или что? Нет, это просто болванчик. Это для тренировки. Все, понял. Простите, затупил. Поляк, ну, давай. Богар, добже. Ежик. О, курва! О, согласился, отлично. То здесь просто такой прикол, что ну, здесь народа, половина всяких стримеров, блогеров, и ну, вчера я заходил даже, народа тьма, а все, короче, в тренировке просто сидят. Вот. И, по сути, поиграть... Я уже где-то часа 3 поиграл, там 4, и только под конец, уже последний час, когда я был вымотанный, можно было с кем-то поиграть. Слушай, ну мое мнение, вот надо было всем персонажам, когда он стоит ничего не делает, всем какие-то движения дополнительно сделать. Вот она как-то органично смотрится. Нет, так она танцовщица, а против тебя играет каратист, только у него в стойке стоит. Что он будет там двигаться? Не, ну хотя вправо-влево, как в Mortal Kombat, шатается. Да не, это клоунада. Я считаю, если серьезный дядька, то он должен быть серьезным. А он... Вот это вот, что она выкобеливается, это наоборот. Если понос, то понос. Мужики не танцуют. Да круто они ему этой херней. Ох ты, красиво так как. Ну,
Так а смотри, ты когда крутанулся ногами, он заблокировал присев. Вот паскуда. Лес кафе. А, так на Нескафе это будет по-ихнему типа кофе или что? Так вот оно что за название это. Ничего, мы сейчас пизели навалим его. Мы ему угля дадим-то. Ух ты, красивый захватик какой. Это грязи, похож. Было надо создавать столько этих персонажей, потом взять все в одно объединить. Не, ну да, вот эти вот ножки красивые, которые вот с перекидом. Типа моих двух рук будет. Как они? Насколько быстро по кадрам? Ну смотри, там вообще очень быстро, по-моему. О. Да здесь все быстро, я же говорю, я играю чисто на интуицию и на реакцию. Здесь, ну, для меня это очень быстрая игра. То есть мы не потянем с нашим возрастом. Да, тут не возраст, Миш, тут больше с моей этой болячкой с нервами. Я в жизни слишком, ну, реакцию из-за этой фигни. А тут... Задолбал крутиться. Бля, ты, он практически каждый раз на твои ноги типа крученый. Так меня вчера вот этой фигней били. Ты мстительный человек. Ну да. Ты теперь сам пьешь. А чё, мне нельзя, я за нее играть не умею. Прикольно, как рейдж не сработал. Ну, прикольно. У него этот отход на КБД похож. Translate, please. Ну, корейский бэкдэш этот. Получил. Пошла рына. А, у нее есть очень коварный захват. Сейчас покажу, если выйдет. Да вот это она, когда его сверху обняла, я тоже подумал, что коварно, потому что непонятно. Не-не-не-не, там... Там это, ну, классная тема. Вот. Сейчас увидишь. Угу. Считается как нижний захват, я понимаю. Да, и да, снизу. Да. И причем делается так, очень как легко. Как его, блядь, уходить? Ну, да. Он очень легко делается, ты вообще. Ты понижаешься, ты уходишь кувырок назад, ловишь как... А как от него, как от него уходить? Ну как, реактить? Драгунова тоже там у нас.
Скорее всего, рецепты, наверное, будут двумя руками. А он и... Да, он и делается двумя руками. И причем с приличного расстояния. Представляю, как сейчас поляк этот. А курва! Да, пердоле. А, получил пошварно. Так, давай нам другого кого. Давай. Посмотреть. Вернуться в гостиную в ожидании. А этот Рейвен. Херня так и остался. Его, короче, все то же самое, но ему добавили прикольную штуку. Сейчас выбор персонажа. Ему добавили прикольную штуку с этими клонами, короче. Ну, то есть, он есть у него много приемов, где он делает удар, ты этот удар вроде заблочил и вроде ты готов уже его атаковать, а тебе тут просто в этот момент точно такой же удар прилетает от его клона, просто понимаешь? То есть ты не знаешь, или он. Причем этого клона ты можешь использовать, а можешь не использовать. То есть все зависит от дополнительно нажатой кнопки. И выходит, что, блин. Слушай, а можешь на тренинге сейчас показать его, просто так пробежаться по этим, по его. Да, без проблем. Сегодня каждый будет грушей для битья. Блин, ну. Сейчас где-то мувлист. Скажите, когда будет отображаться мувлист у вас? Да, отображается. Отображается, да. Вот. Ну вот, тут это в состоянии хита. Пиздец, ну по-моему это уже пиздец. Ну выходит в состоянии хита у него типа идет клона, два клона, вот. А так-то у него идет по одному, насколько я знаю. Типа, ну что-то типа того. Кого блочить-то? Троих? Да, 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 ты должен блочить всех. То есть они не призрачные, они тоже наносят урон. Ну, подожди, по сути, он может делать просто удар, а потом, если что, просто с этим, с этим склоном, то есть гадай, то есть что у тебя сейчас выскочит. Да, 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 выходит так. И у него очень много ударов, ну, больше, мне кажется, больше. Потому что я же говорю, я Рейвена плохо знаю, но мне кажется, у него стало больше движений там, где он стоит спиной к тебе. Ну, это все его старые мувы. Mm-hmm. Не, сделали его красиво, стильно, но я же говорю, ну, как по мне, это трэш. Но. No. Не персонаж. Трэш-бандикут? Да, типа того. Не, мне такая фишка удивился в последнее время. Оказывается, этот Crash Bandicoot, который был маскот этот первой Соньки, принадлежит Xbox. А так они же недавно выкупили Activision. Не, подожди, ну он уже первое время принадлежал этот как-то Naughty Dog. А, да, он принадлежал Naughty Dog, потом его выкупили эти Activision. Да, он же потом, там же есть несколько игр, которые выходили на Nintendo DS даже, или, а, не, Nintendo Game Boy Advance, во. Вот, и все. А вот это сейчас они выкупили, а Activision принадлежит Crash и Spyro. Я помню, что тоже где-то смотрел, что на Spyro такие большие ставки ставили.
Вот, видишь, сейчас будет у вас прием отображаться, вот, body blow. Здесь он прям написан, при ударе или при блоке призывается клон. Будет нечто страшное. И вот эта атака, она по кадрам вон всего 14 кадров. То есть она где-то половину тяжелых мобов ей можно наказывать. Вот, да. Беда пришла, у нас, блядь, похоже. Имба, вена сразу. Я вот представляю, если Кунимицу все-таки ведут, и что ей там еще понапридумывают. Ну там лучше было бы Кунимицу, ну честно, она нормальный персонаж. Как по мне. Вот наподобие Кунимицу я бы хотел, чтобы сделали нормального ниндзя, ну. У нее интересные приемы, но при этом, ну, типа, ей есть чем и обманывать, и, да. Типа, и как бы против нее можно как-то драться, ну, нормальный, то есть, бой без всяких этих. Вот сейчас нижних у него пойдет, ну, просто, я не знаю, целая куча сразу. Вот сейчас снова прием при ударе или при блоке клона вызывает. 12 фреймов. Угу. Явно будет этот резать, стопудово, блин. Да уже поздно, будут разве что с патчами резать. Не, ну понятно, что да, но сам факт, что долго радости не будет людям пробовать играть. Угу. Да, но у него вот нижних этих ударов, это капец, блин. Вроде все тычки, а все равно. Стойка такая. А мы дойдем до этой стойки. Вот это коварная у него сейчас будет. Deadly Tail. То есть какой-то фэнк, если честно. Вот сейчас последний. А фэнк, кстати. Насчет фэнга. Вчера смотрел одного этого блогера, который как раз фэнга мейнит. Ну, вот он сам сказал, что фэнга, ну, очень сильно усилили. Ну, он типа, он прям даже пошутил такой, типа, что я надеюсь, его типа нерфить не станут. Вот. И он все так смеялся, знаешь, раскатывал всех, блин. И я вчера дрался с фэнгами, ну, я проигрывал. Я не выиграл ни одного фэнга. Кажется. Кажется, не выиграл. Ты точно хочешь 8 тейкен? Так я ж про свой говорю. Я пока что вижу только минусы, когда положительные будут моменты. Не, ну чё, я вчера вон Тарасу писал, игра офигенная, красивая, ну, все делает супер, стильно, ну, блин, я же говорю, ну, чисто по скорости, ну, я уже не вытягиваю такое, вот по бете вижу. Да, геопрасота. Надо будет против него, конечно. А вот эта обманка уже пошла, да? Типа там синенькая была и... Угу. Наверное. Ну, я же говорю, у него столько этих выходов на нижние удары, ну, то есть, блин, просто нижних ударов на нижние. То есть, им можно дурить как хочешь. Хочешь клона запусти, хоть телепортируйся, хочешь нижним бей, там верхним бей, короче, блин. Короче, все, имба. Ну, его читать сложно будет. У умелого игрока, у которого хорошо поставлен этот геймплан, ну... Мне-то попадался, кажется, вчера Рэйвен, я там вроде раскатывал, но говорю. Просто же... Через каждых 2-3 мува идет у него какая-то связка с нижними ударами или с клонами. Да, они почти все у него идут. Плюс сами движения у него, вот эти сальтухи, брейкдансы, ты попробуй прочитать, что это идет у него.
Ну, то есть Ларс на его фоне, ну, вообще деревянный, мне кажется. Блин, да сколько у него возможностей будет комбо нормальный прописывать? Угу. Там хер человек на землю упадет. А мне вчера на каком-то персонаже, кстати, по-моему, на Лиле, да, мне кажется, на Лиле. Там один чувак попадался, он мне почти всю полоску снимал за раз, за одну комбо. Эй, пахнет писями. Не, ну там, может, просто мне повезло на какого-то этого задрота там или блогера нарваться, который там типа киберкотлета просто, я же говорю. Потому что мне попадались вчера задроты. Вчера тоже там на Джинни попался один, там первый дан, он меня за секунды просто урабатывал. Батюшки, колотитюшки. Короче, негр, который пересмотрел аниме. Черный Наруто Узумаки. Наруто! Саски. Где же тот Саски, который ему будет противостоять? Блин. Смотри, у него. Не знаю. Вот у него нижний, еще и клона можно призвать. Вот, блин, тот же удар просто, ну типа нижний, а есть нижний, короче, это. Еще сверху клон прыгнул. Да. Подожди, я не вижу, он считается как вот когда сверху клон. Подожди, это какой удар тогда? Медовый. Мидл? Да. Ага. Да. Ну там пофиг, когда тебя сбили с ног, там уже насрать. Не, так может можно вверх в бок успеешь. Ну хорошо, подожди, ты присел под нижним, и тут у тебя резко этот мидл. Мидл тебе, конечно, этот сразу пробьет. А подожди, если ты присел, если ты нижний заблочил, он этот, то скорее всего, он просто по кадрам сейчас посмотрим. Да, он скорее всего остановит и уже клона не призывил. Это, кстати, можно будет сейчас в тренировке проверить просто в нижний блок, диагональ вперед. Ага, сейчас я сейчас, чтобы не забыть, и проверю. Блок в приседе. О. Да, все, не работает. Ага. Угу. О, поляк вызвал меня на бой. Наваляй ему. Покажи ему свой гибкий шланг. Это ты про кого? Ну негры, я и них не различаю. Это ж Лерой, да? А, блин, я конкурент, слушай, блин. Да. Второй черный. Ух ты, тут даже не почитал. Давай вот эту нижнюю залупу, то, что мы тренировались, попробуй ее подловить. Так я ж пробовал, но заблочил. Блять, такой стадо скакунов полетело. Как они тут ламы? Ну, похоже на ламы. Вон целое НЛО их тырит. Используй свой хит, давай. Друзья, получается, шкала это не восстанавливается за этот бой.
Ух ты, блин. Блин, вытащил, молодец. Успел, да? Главное, что ты мне грани вытащил. Прям как у этого варанга волосы трясутся. Прописывали же. Под бочками? Интересно, какой. Интересно, какой женский персонаж. Когда юбка путит. Ну да, тут если им грамотно играть, такие связки можно вытворять, что нахер не поймешь, куда и откуда в руки ноги вылетают. Похоже, вовсе не Фэнга надо бояться. Ну, не знаю, я же говорю, Фэнг меня вчера раскатывал на ура. Давай, давай двоего посмотрим. Можно всех посмотреть. Дай захват посмотреть у этого, у Рэйвена, и там дальше Фэнг еще глянем. Да посмотрим, посмотрим. Сейчас. Ёб твою мать. Угу. Ого, как это я сделал? Ух ты! Красиво. И он тоже хочет захвата поделать. Бам! Это ниндзюцу скрытого в ламе. Бам! В горах. О, это прикольно сделали. Вы видели, что ламы ниоткуда появляются? Это анальные ламы. Это был анальный тигр этот. Впервые у нас только санкт. Ёж идёт, опа, лама. Да, конечно, гадостно уже. И бачушки колотитюшки, конечно. Заценивай татуировки, азиат. Ух ты, класс. Я смотрю на Рейвена и сразу скажу, мне очень нравится. Я уже, наверное, повторяюсь. Негры? Да. Негры. Когда из этого, из Сумерек, эта девка и этот вампир, вампир сидят, такая романтика, а сзади за деревом Блейд стоит, знаешь? Такая смесь наружу, тоже что-то. Ёпрасты. Блять, Наруто. Я не удивлюсь, если это кто-нибудь разукрасит его потом, когда будет игра выйдет. В кастомизации. Да, 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 да. Ух ты! Чё-то поплыл, пацанчик. Расслабился.
Размял шею, получил по шее. Тут поразмятый. После Кузнецова, да? Да. Аппликатор. Ну, прикольно, слушай. Лама? Не, прикольно, что он как бы делает вроде медленный, там, медленную связку, а потом быстрый-быстрый там этот переворот. Пишет. Пусть в говне там ламовском поваляется. Вы думаете, когда они падают, это камушки отскакивают от земли? Сейчас, зайчик, я занят. Ожидал. Клоны. На нас. Что этот азиат себе позволяет, а? Не говори. Тоже хитрая вещь, надо на расстоянии. Не, так можно одного выпустить, потом подбежать, да, сразу запад, да, сделать. Он будет ждать троих. Один негр и групповуху может делать. Не, ты не те ролики на Ютубе смотришь. Почему? Один белый и много негров. Дивана не хватает. Хорошо. Домой. Понял. Давай следующего смотреть. Давай. Ой, блин. Продлевать будете? А вы пивко себе взяли? Мне фрагула. Ой, не, я вчера борщил пивком. Все, сегодня отдыхаю. Ты ж писал, мы там с Мишей возьмем себе по пиву. Не, у меня венцо есть. Рейвен досматривать будем или далее кого-то? Да, да, не, да. Досмотри, да, тут писюн. Вот его захват, а потом фэнга гонит. Хорошо. Смотри. По-моему, Евгений на фэнга досматривает. Год назад. Зная, как Женька любит новых персонажей учить, мне придется, блять, и Рейвана знать, блять, и Фэнга. Рейвен это старый, его брать не буду, мне не нравится он. Это потому, что он черный? Это тоже мне пока не нравится, по этот, как ее, Азусена. Я посмотрю, как там новые эти будут, которые... Дочка этого деда. Так, я не помню, на чем мы остановились. Кажется, стойки со спины... Да, да, да,
Ой, да сколько у него приемов с этих стоек. Ну ты не зря об этом. А, ну да. Ну да. Короче, ладно. Пошли с первой. Да, придется учиться против него конкретно. Блин, ну эти телепорты, это... Слушай, надо мне сегодня видеть. Я наконец признался коллегам, что они геи. Евгений, тебе не кажется, что мы чем больше смотрим, тем больше расстраиваемся? Я думаю, тебе нужно меньше смотреть. Понимаешь, что это не позитивный поход в стрим. Так и назовешь. Я хочу хорошую новость сказать. Виктория Сикрет все-таки вернулась к своим фильмам. Перестала читать толстым. Так что все еще в этом мире имеет шанс. Так и тут можно. Дело, понимаешь, не в толстых моделях. Блять, я хотел шутку сказать, я думаю, ладно, хуй с ним. Ой, вот эта фигня. Понимаешь, Миша, как это тебе сказать? Не в том, что она перестала это выпускать, а дело в том, что рядом никто это не носил. Да-да-да. Я попытался сгладить. Я понял, я тебе расскажу сегодня. Мысля такая, видишь, смех смехом, но я как раз стою перед выходом. Нашел, увижу, короче, что женщина идет. Рядом ох ты шо. И она типа заходит ну, пытается зайти в мужской, и там человек, который тоже рабочий, говорит, ты ведь женщина, типа женский там. И она развернулась и пошла в женское. Я думаю, ну что ты к ней придрался? Может, ты себя мужиком чувствует, ну реально. Да? А может там и реально понимаешь, что ты это. Да. То есть в этом мире сейчас стоят такие вещи. Я представляю, какие проблемы с этим в Таиланде. Там да. Я говорю, в Таиланд еду, совет можешь дать. Смотри, есть кадык или нету. Почему этих стоек добавили? Ну, сейчас мы досмотрим, мне интересно, сколько у него вообще приемов. И вот мне интересно, у всех одинаковое количество приемов или нет? Не, у всех разные. Ёптвою мать. Какие-то фейерверки, блядь. Это новую стойку добавили. Похоже, как у Нинки этот подкат. Короче, с Sony мы не играем больше. Он в черном списке. Да. По-любому. Прикольно, сразу пишет, как расцеплять этот бросок. Угу. А где пишет? Уход от броска, вон, видишь? А, красный? Уход, да. Угу. А, теперь можно и боковые расцеплять. Прикольно. Задний только нельзя. Ну, сзади все. Сзади, да, сзади. Нет, ну вроде сейчас же боковые же нам дадут. Миша, но если сильно сжать ягодицы, то можно расцепить. Не, можно снизить урон, Миша. Да.
Ничего, я думаю, где-то к 9-10 текену придумают заднее парирование. Че, все? Да, 124 мула. Окей, давай нам следующего. Покажи Тарасу Фэнга, чтобы он поплакал. Фэнг, окей, выбираю Фэнга. Выбор персонажа. Тоже ну, сделал, но рожа парень. У него, конечно. Ну да, что, блядь. Перебор, блядь. Это просто... это как раз тот, кому, знаешь, не хватило в ответственный момент этого заднего парирования. Это когда в фотошопе переборщил с фильтром пластика. Так. Какие у него фишки есть в хите? И чё? А так что нельзя или что? Ну, в чем разница, не понял. Дальше отлетает, походу. А, я так понял, оно, скорее всего, пробивает блоки. У него ж типа на силу все идет. Ну, как вариант, может и нет, но... Такое. Да, я слышал. Да, я слышал, что он говорил про этот, про... Приемы, хит... Рейдж... Окей, погнали. Стандартный паниш. Но пока еще это не страшно. Ну пока все старое. Ух ты, а вот это новенькое. Какой номер? 24. Угу. Первая десятка. Конечно, да, лесно будет. Хотя может наказан будет, наверное, пауза есть между ударами. Потом все старое. О, вот новый 29-й. Еще не дошли. А, вот дошли. Ну, судя по удару ноги, здесь будет большое расстояние очень. На большом расстоянии удар будет работать. Фреймы у него а вот это вот коварный, меня вчера ловили, 31-й прием. У него здесь же есть удар по низу ногой. Да, да, да. Да, я приседал и меня подбивали. Так а его ты надо присед тебе, пожалуйста, сверху ногой. 32-й. Ну тот был более. Этот быстрее, этот новый мог. То есть реально можно обманывать теперь, что пиздец. Угу. Ты его пэри.
Чую, это будет совсем другая игра. Ой, стакан наполовину полный. Угу. Стакан на... В стакане наполовину насрана, Миша, это вот как называется. А половину насрана. А в чем смысл? То есть этот нажимает для пробивки блока, и что, ему сильнее урон за это? Ну, типа демонстрация, как оно работает на контрударе. Гадостный этот прием, так еще теперь с этим. И передней рукой такой удар, как бы. Миша на хвост смотрит. Ему любое черное, длинное и гибкое нравится. Не, Миша просто, знаешь, начинает искать недостатки в чем просто. Знаешь, типа, чтобы как-то оправдать себя, знаешь, ты такой, а у него хвост не настоящий, кончики посеклись. Шампунь пускай поменяет. Пейсом, видишь, он под это, вот израильтянин косит, нифига. А, блин, он тут под всех косит, под цыгана, под якудзу, или кого там, а нет, там триадов. У него какие-то движения, вот руки, я имею в виду, стали как какое-то, как у Драгунова, он какие-то как-то их откидывает так. А вот это то, что там у него было написано «вставая», это, я так понимаю, полукруг заменили, да? Не, это когда ты встаешь, удары. У меня что, полукруг нажимаешь, что вставая, у меня одинаково получается. Ну там трасса не совсем. Просто по сути вставая, это, допустим, ты сидишь, отпускаешь кнопку сидеть и нажимаешь удары. То получается он делает вставая удары. Вот у меня бабочка, можешь делать да, ее с полукругом и можешь делать вставая. Там называются эти while standing move. Слушай, я вроде ж не обратил внимания, вроде бы ж у Рейвана не было этих ударов от отхода в сторону. Не было. У него этих хватает. Хоть что-то ему. Хоть что-то ему этот. Ну и у него стоек хватает, я думаю, ему за глаза. И у этого теперь со спины удары. Он их совсем пиндюрит.
Ну. Женька, не зевай, блядь. Брат, я чувствую твою руку. Я только зеваю, то у меня автомат тоже. То есть, понимаешь, у одного не пройдет задняя пэри, и второй это тоже почувствует. То есть, если мы будем играть в Жени, и там что-то где-то, то Тарас позвонит и скажет: «Эй, То есть, Миша, то, что варианты, что у вас может быть что-то где-то, это уже проходит, да? Может быть. Не, ну ты уже как-то ставишь галочку. У нас уже было. Я ничего не почувствовал. Ну, пока перья не бело, пробуем, оно не поверит. Тренинг. Так на третье. Ну вот хер помнишь, махать руками, и что это будет? Верхнее? А это у него парирование такое. Да. Верхнее. Ну и просто обманка. Ты ждешь, что что-то будет, а он руками помахал, такой оплеуху дал. Это нижний, да, считается? Ну да, нижний. Йо, просто. Ну, гадай, что тебе сейчас прилетит. Ну вот даже Фэнгу надавали этих стоек, вот этой всей фигни. Так смотри, сколько выходов там, хрен знаешь, что сейчас. Так в том-то и прикол, тебе хоть есть чем обманывать ее соперника, блин. Это когда-то, помню, распускали теории, что Фэнг Вэй типа списан с Боло Янга. Я думаю, если Боло Янг так махался, то Ван Дам бы ни в одном фильме не дожил до конца, до титров. Ну да. Блин, недавно смотрел про Боло Янга. И, блин, там есть такое ощущение, что он все-таки Ван Дамма махался, блин, знаешь, то есть как бы все-таки Ван Дам театрал, а тут прям у него там опыта. Не, Ван Дам тоже это ж выступал. Ну, да, он же после балета, какие-то. Он после балета пошел на карате, причем на карате до, то есть не совсем контактное, ну такое. Ну, но он имеет награды чемпиона кого там Европы или мира как раз-таки в полном контакте. О, кстати, вот этот вот же сын Кости Дзю, он играл в футбол и, в принципе, до лет 15, потом перешел в бокс и стал сейчас побеждать. То есть просто эта спортивная подготовка, это не важно, оно дает в любом случае какой-то этот пласт. Ну, короче, по Фэнгу это все. Смолу. Так, убираем дальше. Мое желание одно. Ну, можешь все взять Нинку и поиграть ею в этом, в ранговом или в турике? Ну пофиг, как ты будешь двигаться, мне просто интересно. Да, без проблем. Я хочу посмотреть по скорости ее, понимаешь? Вот в чем смысл. Слушай, какой-то пэр интересно появился, смотри, уже двоих персонажей, что вперед и две ноги. Не у всех, но не у всех, что не обратил внимания. Ну Нинка не зря подстригли. Чего? Мне наоборот не нравится, что она коротко стрижена. Так я же говорю, зря подстригли. А, да, да, я об этом и говорю, мне подслышалось не зря. Ух ты. Что-то. Ладно, вот это да. Так, ну это тоже известно, тоже понятно. Это классный удар. Нажми вниз треугольник и потом любой выход ногой. Опять понятно, тот же. Ну вот она просто следующий дальше удар должна делать. Вниз треугольник и нога. Не делает. Ну я крестик нажимаю, она вместо этого. Смотри, ты, 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 ты,
Нет, а попробуй вместо крестика кружок резко, то есть вниз треугольник, не отпуская низа кружок. Окей. Сейчас прям на негре и попробую. Нету ничего. Все его знают. Можешь по диагонали вперед и две ноги нажимать. Но разные фигуры. Я знаю. Начнут вытворять. А еще этот. А еще назад. Надо назад. Вот Макс назад. Да, спокойно. Ух ты. Красавила. И, кстати, вот когда сделал этот первый подкат, если он попался, второй подкат тоже проходит. То есть два подряд, если прошел первый. Может, поменяли сейчас. Ну, так я же хочу посмотреть ее, вот это говорю. О. О, мое любимое. А у него теперь выходы на руки, вот это вниз треугольник идут. А, все, я понял, это раньше дага была. Да ты тебе две руки, когда вперед делаешь, можешь второй раз тоже дать. Не выходит. Здесь уже нету плюса, я же тебе говорил, фреймы поменяли. Он уже влазит. Херовенько. Как же тебе без двух рук? Я думал, что я ж не вслух хихихи был. А, это ты, Миш, был? Я думал, это этот негр. На, любишь захваты? Вот и женись на захватах. Беги сразу вперед на него. А, тут же сейчас нельзя сбивать, да? А, так это вообще... блин, класс. Тебе понравился вот мой приемчик, да? Да, только поверь, это лучше выход... Что-то руками дел... Это лучше выхода на ноги. Два раза просто вниз, два раза треугольник. Но... А, так сейчас два раза треугольник. У меня же треугольник нога была. Все, гляньте. Теперь мне тоже нравится. Не опять треугольник проб, когда он лежал, а он проходит. Наречего. Изи. Не обратил внимания. Две руки так армором и остались, наверное. Да. Чистки две руки, надо им написать, пожалуйста. Как красиво теперь эти мои подбивные работают. Даже хит не использовал. Ха. Видали? Ну, то, что она две руки делала, и он это... Больше двух рук. Только он начинает двигаться, две руки сразу лупи ему, да и все. Ага. Он сначала говорит больше двух рук, а потом говорит две руки. То есть сначала две руки. Да, ты определись, сколько рук. 3-0.
Видали, какая у меня нимка? Видали, я баба. Во. Вот это вот канонично, знаете, сразу после этого захвата. Да, да, оно уже, короче, делается не диагональ, а просто вниз. Имба. Прикольно. О, покажи мне нормального джина, пожалуйста. Может, я что-то себе... Макс, не факт, что он голый будет. Я тоже подумал. Покажи мне нормального джина. Блин, Максу понравились мои фишечки. Ну конечно, рейдж. Ну конечно, крыса, а ты не джин, понял? Ля крыса. Ну потому что сейчас бы отгреб, если бы не включил свой рейдж. Окей, сейчас увидишь. Уедь на! На! Я всегда говорил, что ты этой рукой можешь с пола поднимать. Ну, который вниз там треугольник. Перфект. Ясно. Там то, что ты рукой удар сделал, там после него прикольная комбинация выходит. Вот это вот то, что сделал руку, там рука, вторая рука и нога, не помню, крестик, по-моему. Снова свой рейдж. Я понял, как ты поднялся до вариора. Макс, если получится, ты когда будешь ноги, три ноги делать, сразу после них захват попробуешь? Мне интересно, работает он или нет. Капец, я не нажимал комбинации для захвата. Ну, круто получилось. Перфект. Это имба, мы все это понимаем. Да, здесь все имбы. Да, готовьтесь, хлопцы. Имбы, кроме джина. И не знаю, мы в прошлый раз Лерой смотрели это. Ты думаешь, что я так много говорю про всех, что имба, что переклик, то, что вы говорили про него, что он имба. Знаешь, последний запоминает. Две руки, понял. Ага, я знал, что ты его используешь. Это Мишина тактика крысяцкая. Так он с тихим запом сидел, никому не трогал, превратился в крысу. Ничего, Миша, будем просто называть сплинтер. Будьте же послушны моей черепашке, да? Да-да-да, мы про это в этом смысле. Как учитель, да? То есть чисто как учитель. Да-да, мастер. Эволюционный клетка. Thank you.
Ай, поспешил, ну ладно. Поспешишь с принтером, смешишь. Ведь нет, две проходят руки, ты ж видишь. Две подряд бахаешь и всегда попадаются в основном. И второй, во. Вот три, ё, пожалуйста. Так это в состоянии хита они проходят. А-а-а. Мне кажется, так будет, две точно будут проходить, а в хита, в хите проходят три. Ну все, это личное. Смотри, когда ты вот нажимаешь вот этот вот вперед и треугольник, сразу же нажимаешь вторую руку и крестик. Здесь другие фреймы, я пробовал, она получает пиздюлину. Странно, не может быть. Это связка быстрая очень. Я же тебе говорю, здесь кадры анимации поменяли. Да не, я смотрю, что практически все мое тут есть. Оно есть, да. Видишь, мне не будет так класть, как тебе хотелось. Я уже можно было бы научиться растекать этот захват. Только тугой. Потому что он треугольник или квадрат жмет, как это я тугой ведусь на его эти рейджарты сразу. Потому что он рейджер не выигрывает. Добрался как раз с помощью рейджера. Это там накрыл. Питер накрыл, блин. На. Еще раз. О, Максу две руки понравилось. Так кому они не понравились? На, ну, еще раз. Мне нравится тем, кто дерется против Нинки. Попался. Полежащему, когда он встает, тоже двумя руками можешь попасть. Я знаю. Во, видишь, ты продолжил. Так, все, с Нинкой не я доволен. Ставлю лайк еще этому бы. Видео. Я, да, вот я, вот теперь вот видишь, как в любом триллере сначала напугали, а потом положительные моменты пошли. Так, кого еще? Ну давай уже, ладно, черного этого негра. Лероя, да? Ну, Лероя, я думаю, все. В принципе, тут. Смотри, Миш, тут специально для тебя. Фу, туршерчик. Давай. Так ты, Макс, заходи сразу же в битву. То есть так интереснее оно смотрится. Молодец, ставлю второй лайк. Блять, тогда первый снимают. Два лайка много. Ну ты тут главное назад. Да, назад. По моему опыту. Миша назад, ой, тогда Макс назад. Тут главное назад, я помню, да. Ой, сука, как меня это блядь, бесит. Ну это на карачках вот этих вот. Прикольно. На. Не.
Миша, как ты свои имбовые две ноги делаешь? Две ноги? Ну, которые вперед, ну, прыгают, да? Да, которые вот это через пол арены, два удара ногами, а потом руками. Я не знаю, я шутя спрашиваю, как делать. Не, я просто попробую, вперед крестик, а после этого под углом вверх две ноги. Это просто я не понял, про какие ты. Одну-то я вижу, что делаешь. Просто их недавно назвал две ноги Жень, типа, а там одна нога. Не, вперед крестик — это одна нога, там, где он две делает. А, тогда под углом вверх две ноги. Типа ножницы, да, и вверх. А, да, да. О, все, я имба. А после этого держи вперед для руки, да. Блин, Лерой имба. Капец. Слушай, это всегда ржачно. Блин, а что вы на нем заканчиваете? Давайте эту Нинку обратно, будем ее имбовать. Тут, походу, две кнопки тыкай и все. Короче, Миша я взял. А Миша, по-твоему, сколько этот тыкает кнопок? Ну и продолжай так вот этот. Две ноги эти и вперед. А я хочу хоть что-то на нем новое нащупать. Блин. А зачем? Будем все за Лерой играть. На, это Винчунь, тварь. А сделай это крестик-крестик. Без направления, без ничего. Да не поможет ты. Блин. Сейчас я крестик-крестик сделаю. Есть твой крестик-крестик. После него нолик-нолик, кстати. Блин. Ой, какой он однокнопочный. Понимаешь, и получает удовольствие и немножко Мишу оскорбляет. Но смотри, Миш, первый за сегодня, единственный, кто отказался от боя. Вот, потому что она хреново играет вообще, реально, сразу было. Да потому что она слишком короткая для его шеста, понимаешь? Да, слишком белая, для его чужого шеста. Не-не-не, это называется пробник. Это просто его шляпа выходит на это, с другой стороны у нее. Я ну давай, сейчас мы досмотрим последний бой и все будем. Ты счастливенько. Давай, счастливенько. Давай. А, он поменял персонажа. А, это этот же, да? Да. Ну какая хер разница ему будет? Чё за понты, блин? На. Махани ему там две ноги ему под лёд. Пиздец, пиздюливание, конечно. Как полностью Лерой называют? Лерой Смит вроде бы? Да. Да, блядь, прикол. Просто в третий раз, обрати внимание, далеко написано Лерой на этом
видишь, красным. Но. А там, где вот кинотеатр, вход кинотеатра, написано... Да не. Ошибся ты. Вот это у Миши будет имбовая штука. Ну да, согласен. Короче, Макс, я предлагаю Тараса и Мишу, этот Мишу в черный список поставить. Ой, мы еще твое посмотрим. А что, мне только единственное, пока этот только Ли будет. Не факт, что никакой не Мица, ни Анка там. Анка будет 100%. Не может такого быть. Нету. DLC вряд ли, скорее всего. Да нет, ну смотри, но... я назначил только что вот кнопки, вот у меня по дефолту стоят R1, R2, то есть две руки R1, две ноги R2. Я тупо вот этими двумя кнопками играл всю игру против него. Но. Ладно. Ну что, хлопчики, давайте разбегаться тогда. Но все, всем счастливо. Да, да. Пока. Хорошо, пока.